Центр делового образования Торгово-промышленной палаты Бурятии совместно с Московским институтом развития дополнительного профессионального образования провел двухдневный семинар. Обучение устроили для специалистов в области закупок. Приглашенным лектором была Татьяна Трифилова. Она эксперт федерального уровня, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Для руководителей, контрактных управляющих, сотрудников контрактных служб, членов закупочных комиссий и представителей контрольных органов она рассказала о революционных изменениях законодательства в контрактной системе и стратегии оптимизации закупок. Участники семинара подробно узнали об изменениях в федеральных законах номер 44 и 223. В частности, об изменениях в проведении открытого конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запросов котировок в электронной форме.